Тимофей собрал нас здесь на прекрасном соревновании. Вы знаете, я смотрю на вас, ребята, вспоминаю, 45 лет назад я выходил на эти татами. Кстати, в отличие от артиста, снимал ботинки. И что мне дал спорт? Что дало это прекрасная борьба с самбо? Это, во-первых, воля к победе. Это честная борьба и уважение своих соперников. Чего я вам желаю? Я вам желаю всем победы, все, конечно, не победят. Победить сильнейшие. Но я вам желаю победы, честной борьбы, воли к победе. И не забывать, что этот спорт один из важных в вашей жизни.